Ой-ой-ой, тут какая-то девочка опасная. Давайте убежим. Ой, она маньяк! Маньяк, маньяк, ребята! Там маньяк! Military World — это сервер на военную тематику, на котором вы точно не заскучаете. Тут есть крутые 3D-оружия, кейсы с донатом и даже такие мини-игры, как Counter-Strike, Stalker и многие другие. На сервере добрая и отзывчивая администрация, IP в описании, заходите и играйте. Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы вместе с вами продолжим играть в различные мини-режимы. Сегодня мы будем играть в маньяка, это очень страшный режим, и давайте начнем. Так, тут у нас на выбор дается 4 карты, давайте, в принципе, зайдем на первую. Так, я вошел, отличненько, все. Так, остается 3 секунды на начало игры, все, игра началась. И все, давайте собирать наконец-то мое золото любимое, потому что в этом мини-режиме есть золото, которое я просто обожаю, ребята. Поэтому все, давайте находить золото, давайте искать его. И надеюсь, нам сегодня попадется очень много золота. И надеюсь, мы с вами сегодня не напоримся на маньяка. Так, давайте будем убегать от всех людей, не будем никому доверять. Вот даже этому чуваку. Вы посмотрите, какой он подозрительный, он за мной бежит. А ну-ка, давайте валить отсюда. Так, давайте на первый этаж пойдем. Так, все, я тут. Осторожно. Так, а где золото, ребята? У меня почему-то до сих пор нету золота. А вот и первое золото. Отлично, ребята. У меня уже есть целое одно золотишко, и это очень круто. Нам осталось 9 золота, и нам дадут лук. Я, кстати, да, ребята, наконец-то понял, зачем нужно собирать золотые слитки. Ух ты! Мы выиграли, вот это да, я даже не успел собрать 3 слитка, а мы уже выиграли, вот это круто. Ну и в принципе, давайте продолжим играть на следующей карте. Так, все, мы присоединились. И да, ребята, давайте я вам дорасскажу, зачем тут нужно золото. В общем-то, золото тут нужно собирать для того, чтобы... ух ты, стойте, вы посмотрите, я маньяк, ребята! Вот это да, я маньяк! По идее, я сейчас должен убивать всех... Вот это да! Вот это прикольно. Окей, ребята, давайте, в принципе, этим и займемся. А ну-ка, иди сюда, девочка, получай. Так, я убил ее. Давайте, пойдемте дальше искать людей. Так, опа, привет, чувак. На тебе, получай. Давайте, идите сюда. Ты чё такой крутой? Иди сюда, дурацкий чувак. Опа, опа, опа. Так, все, мы его убили. Ой, куда я падаю? Ой, куда я упал? Вот это да. Меня, походу, убили, ребята. Вот это да. Блин, я так круто убил этих чуваков. Вот это да, но меня почему-то как-то убили. Окей, хорошо, мне не понравилось играть за маньяка, ну нафиг этого маньяка. Я хочу быть детективом. Детективом реально очень прикольно быть. А маньяк это плохой чувак, поэтому все, давайте. Игра начинается и... Так, я обычный человек. Окей, ребята, мы играем на этой же карте, что играли в прошлый раз. Хорошо, так, вот, я вижу золото. Я вам, кстати говоря, так и не дорассказал, для чего тут нужно золото. В общем-то, тут золото нужно для того, чтобы получить в конце концов лук. В общем-то, нам нужно собрать 10 золотых слитков, и как только мы их соберем, по идее, нам выдадут крутой лук, с которого мы будем стрелять. О, смотрите, опа, это ловушка, я ее уже знаю, все, я так просто на нее не попадусь. Так, опа, пробегаем быстренько, так, так, так. Фу, я тут все понял, да? Понял, да, игрок, ты меня не убьешь, понял, да? Я не такой тупой нубик, все. И, в принципе, ребята, давайте искать дальше золото. У нас уже есть 2 кусочка, но этого не хватит, ребята, чтобы получить лук. Давайте собирать, собирать еще. И давайте-ка свалим с этой комнаты, потому что тут что-то не очень интересно. Тут нету ничего веселенького, и поэтому давайте побежали. Опа! Ой, 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 ребята, я застрял! Я застрял! О, нет, пожалуйста, я не хочу умирать! О, вот это да! Вы видели, ребята! Это что такое было? Я почему-то не умер. О, золото, отлично. Вот это было реально очень страшно. Я был на волоске от смерти, но нет, я не умер, ребята. Это очень круто. Так, какой-то ты подозрительный чувак. А ну-ка, отстань от меня. Так, осторожно. Ребята, посмотрите на него. У него голова тыква. Он очень страшный какой-то. Ну нафиг, я не хочу к нему подходить. Давайте пойдемте обратно лучше. Так. Но тут есть ловушка. Я уже не хочу туда наступать, поэтому все. Все-таки лучше пойдем, наверное, вниз. Так, давайте спускаемся. Посмотрим, что тут есть на этой карте. Мне реально интересно. Так, давайте побежим вот по этому коридорчику. О, тут есть комнатка какая-то. Ну-ка, давайте запремся. Так, мое золото. Блин, этот игрок украл мое золото. Ну и ладно. Так, ух ты, а тут есть броня, а ее интересно, можно надеть? Ну-ка, вот мы сейчас встанем вот так вот, вот так. Ребята, вы посмотрите, теперь у меня есть алмазная броня. Вот это я крутой. Ой, блин, так, осторожно, как-то вот так вот он. О, все, ребята, смотрите, теперь я в алмазном нагруднике. Вот это да, ну ладно, алмазный нагрудник, пошли.
Так, почему этот алмазный нагрудник не хочет идти со мной? Так, стоп. О, ребята, детектива убили. Вот это да. Надо подобрать лук его и убить маньяка. Так, а кстати, тут много золота. Давайте собирать. Так, у меня уже есть 8 кусочков. Ой-ой-ой, тут какая-то девочка опасная. Давайте убежим. Ой, она маньяк. Ой, нет, ребята, меня опять убили. Вот это было реально страшно. Я прям офигел. Ну ладно, давайте тогда продолжим играть на следующей карте. Так, все, мы вошли. И надеюсь, на этот раз мы сможем одержать победу. Я в это очень верю. И в принципе, да. О, ух ты, смотрите, какой страшный чувак. У него такой страшный скин. Вообще. Так, все, мы начали играть. Давайте вот туда побежим. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ловушечка, не срабатывай. Все, фух, я выжил, отлично. О, золото. Так, ой, этот человек украл мое золото. А ну-ка, отдай сюда золото мое. Это мое золото. Блин, он взял и украл мое золото. Ну ладно, тогда давайте пойдем вниз и там насобираем себе золото. Так, вот первый кусочек. Все-таки я очень хочу собрать 10 кусочков золота, чтобы получить лук. И поэтому давайте этим и займемся. Так, у меня уже есть один. Так, ой, тихо-тихо, чувак, ты, я надеюсь, не маньяк. Так, давай-давай, иди туда наверх. А я, пожалуй, пойду вот туда. Так, блин, тут у всех такие страшные скины, блин, реально очень страшно мне на этой карте играть. Так, хорошо. Надеюсь, ты не маньяк, девочка. Так, окей, она вроде как стоит АФК. Ух ты, мы выиграли! Ура, ребята, мы одержали победу! Вот это реально круто было. Но, блин, я опять не смог насобирать золото на лук. Окей, надеюсь, в следующей игре я все-таки смогу насобирать золото на лук. И, наконец-таки, убить маньячка. Так что все, ребята, остается 10 секунд до начала игры. И давайте, давайте, давайте быстрее. Так, все, мы появились. О, ребята, это та карта, где есть транспортер. Прикольненько. Так, ну ладно. Наша цель на эту игру найти 10 кусочков золота и получить лук. Ну и, в принципе, самая главная задача это убить маньяка, конечно же. Так, золото. Ой, этот чувак подобрал его. Ну ладно, это не беда, тут есть еще одно золото. Так, ух ты, тут какие-то коридоры. Блин, а тут довольно-таки страшно, ребята, тут довольно-таки опасно. Там могут ходить маньяки всякие. Так, вы посмотрите на него, ребята, вы посмотрите, какой он страшный. Вот это да! Вот это реально очень страшный чувак. Ну-ка, ладно, я лучше пойду от него подальше. Конечно, вот в эти туннели опасно ходить, но что поделать, ребята, я же все-таки хочу убить маньяка, и я же хочу все-таки найти 10 кусочков золота, чтобы получить лук. Поэтому, ребята, нам нужно рисковать с вами. Так, а ну-ка, осторожненько. Мы с вами будем прятаться от всех людей, которые тут будут бегать. Так, осторожно, будем идти крайне осторожно. Так, смотреть каждый переулок. Осторожненько, давайте побежим налево, вот сюда зайдем. Тут у нас вроде ничего особенного нету. И золота в том числе тут нету. Так, ух ты, это же летучая мышь, смотрите, ребята. Ух ты, какая она прикольная. Первый раз вижу летучую мышь, и это реально круто. Вот это да, вот это реально прикольно. Ну ладно, я пойду, пожалуй, дальше искать золото. Так, давайте выйдем вот сюда. Так, интересно, где я вообще нахожусь, я что-то не понимаю. Ух ты, золото, давайте подберем. Так, 3 кусочка золота у нас уже есть. Ух ты, там еще одно. 4. Отлично, осталось всего 6. И у нас с вами будет лук. Это реально очень весело. Так, так, так. Ух ты, тут есть транспортер. Ну, я думаю, не буду телепортироваться, потому что мне это не особо нужно. Вот если бы за мной гнался маньяк, то да, мне бы пришлось телепортироваться, чтобы выжить. Но, а так, нету смысла телепортироваться. О, там чувак с луком стоит, он меня может защитить. Привет, чувак, привет, привет, как у тебя дела? Ой, золото. Золото, оба, так, отлично. Ух ты, еще как тут много золота, отлично, у меня уже есть 7 кусочков, осталось еще... Маньяк, маньяк, ребята, там маньяк, нам надо срочно идти в телепорт, о нет, он меня опять убил. Вот это да, как так-то, ребята? О, это было очень страшно. Блин, ребята, мы с вами почти ушли от этого маньяка, мы с вами почти телепортировались от него, но нам не хватило нескольких секунд, чтобы этого сделать. Ох, как же это обидно. Ну окей, давайте, в принципе, сыграем тогда последнюю игру, и надеюсь, в последней игре мне очень сильно повезет, я наконец-то соберу все золото, которое нужно, и убью маньяка. Все, давайте, заходим. Так, ребята, ну вот мы и находимся на игре, и в этот раз я играю за детектива, ребята, ура, я обожаю роль детектива, и надеюсь, мы в этой игре сможем наконец-то убить маньяка, потому что у нас уже изначально есть лук, с которого мы можем его убить, и надеюсь, так и будет. Так, осторожно, давайте сюда запрыгнем, и будем, наверное, тут ждать маньяка. Фух, так, давайте следить за каждым игроком. Так, маньяк уже кого-то убил, хорошо, это, блин, страшно, ребята.
Окей, давайте тогда куда-нибудь вот туда спустимся и пойдемте искать маньячка. Давайте будем собирать тоже вот эти золотые слитки. Не знаю, зачем они мне нужны, потому что лук у меня уже есть. Но все же, на всякий случай, я думаю, можно их собрать. Поэтому все, давайте собирать. Уже, блин, у меня столько много кусочков золота. Это очень круто, ребята. Я обожаю золотые кусочки. Так, ну хорошо. Давайте смотреть пристально за всеми игроками. Потому что каждый из этих игроков может быть маньяком. И давайте наблюдать. Так, интересно, может где-нибудь находится... тут. А ну-ка, так, тут никого у нас. Странненько, ребята. Ух ты, нет, тут есть чувак. Ну-ка, осторожно. Так, смотрим за ним, наблюдаем. Он маньяк, ребята, он маньяк. Давайте убьем его. Получай. Вот это да! Вот это да, ребята, мы выиграли эту игру. Мы убили маньяка. Это очень круто. Вообще, это просто огонь. Ура, ребята, моя мечта сбылась. Мы наконец-то убили маньяка и выиграли игру. Это было реально очень забавно и круто. А самое главное, эпично. Ну и в принципе, ребята, на этом я буду заканчивать. С вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока, ребята.